14 медалей привезли домой орловские каратисты с турнира «Петербургская весна». 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. Эти соревнования для наших спортсменов как один из этапов подготовки детской сборной. Наша главная задача была попробовать, чтобы ребята оценили свои силы, попробовали свою технику, те или иные тактические и методические наработки, которые делали их тренеры на питерском татами. В ближайшие выходные ребята поедут в Воронеж на первенство ЦФО, а ровно через месяц в Липецк на финал первенства России. Самый главный этап для нашей детской сборной – международный турнир «Дубай Оупен», где наш регион будут представлять 5 спортсменов. Проведя 4 уверенных поединка, во всех одержал победу, не пропустил ни одного балла. Финал закончил досрочно со счетом 8-0. Считаю, что готов к следующему старту, который будет в Дубае. И думаю, отлично проявлю себя, да. В четвертьфинальном бою я выиграл со счетом 1-0. На последних 10 секунд взял 1 балл. Из своей категории я была самая маленькая. Не очень легко. В финале было. Вышла со мной девочка выше меня, но... Соревнования были достаточно высокого уровня. 15 регионов России и команды из Белоруссии. Результатом этих соревнований я очень доволен, выступлением своих ребят. Они все указанные цели и задачи выполнили. То есть определенные отработки, определенные действия, которые мы должны были обкатать, так сказать, на этих соревнованиях, все получилось. Очень яркие Асиман и Варвара, очень яркие бои свои проводили. И финал, даже финальные поединки завершили досрочно. Для старших ребят питерские соревнования были как один из элементов подготовки к крупному международному турниру премьер-лиги в Дубае. Там наш город представят 4 воспитанников школы «Орел Карат». Турнир очень получился насыщенным. Провел 7 поединков. Не на каждом турнире это вообще возможно. Отличный результат. Вот. Золотая медаль. Доволен очень. Сейчас у спортсменов заслуженный отдых, но в ближайшие дни начнется полная подготовка к главному турниру полугодия в Арабских Эмиратах. Работа в этом направлении ведется большая, и работа и физическая, и психологическая. Не зря мы проводим регулярно психологические семинары. Индивидуально работает наш педагог-психолог, скажем, из именитых или известных спортсменов, независимо от возраста. Сейчас как раз проводится работа с ребятами, которые, как мы думаем, рассчитывают выиграть медаль на первенстве России по детям. Для каратистов постоянно проводятся семинары и мастер-классы с ведущими мировыми и российскими тренерами. А в ближайшее время в «Орел Карат» приедет тренер из Японии. Директор спортивной школы уверен, азиатская методика карате принесет большие успехи спортсменам. Анна Марич, Олег Фомин, телеканал «Первый областной».